Привет, друзья, с вами Керникс, и сегодня продолжаем играть в Prison Architect, а именно в режим побега. Сегодня, наконец-то, мне один из подписчиков прислал свою тюрьму. Я ее, собственно, добавил. Тюрьма называется 1994 ББ. Спасибо Владу за то, что он ее прислал. И мы ее, естественно, попробуем сегодня пройти. Попробуем пройти. Не знаю, насколько она сложная, несложная. Я ее заранее не смотрел, поэтому все будет для нас ново. Будет для нас ново. Так, она загрузилась. Давайте проиграть. Поехали. Так, мы начали за Чепела. Чепель. Не знаю, что с ним не так. Ну, пока выглядит неплохо. Пока выглядит довольно массивная тюрьма. Так, давай небольшую ускоряшку. 4 режима. Пока неплохо. Очень даже. Так, все зоны закрыты. Сюда пройти нельзя. Вообще, причем никак. Так, забирайте меня. Спасибо. Куча снайперов. Да, слушайте. По-моему, отсюда мы просто так не сбежим. Вообще, по-моему, не сбежим. Даже приемная, да, запрещена? Найс. Пока очень все даже найс. Так, комната для свидания не запрещена, кстати. Не запрещена. Мы под какой режим подпали? Мы под средний режим, да? Давайте, выводите меня. Куча охраны, куча вооруженной охраны. Куча народу. У нас, по-моему, все переходные пути закрыты. Вот в чем проблемы. Стоят эти двери дурацкие. Которые... Только как-то двери багано стоят. Ну ладно, не суть. А, нет, все нормально. Это проходные между комнатами. Так, здесь все открыто, здесь все открыто. Открыта качалочка. Все ребята с шокером, естественно. И блоки разделены тоже. Некоторые открыты, некоторые... Ой, зато народу до хрена. Это плюс. Когда народу до хрена, есть шанс тащить. Ну и в камерах есть душевые. Это тоже плюсик. Это тоже плюсик. Так, давайте на паузу поставим. Посмотрим, что у нас здесь. Здесь огромные блоки. Они, в принципе, разделены, но в то же время и не разделены. Так, металлодетектор стоит правильно. Комната развлечений полностью открыта, но с камерами. Так, столовка. Здесь закрыта кухня, сама столовка открыта. Металлодетектора здесь нет. Есть металлическая дверь. Так, здесь металлодетекторы вроде бы правильно стоят. Мы здесь под углом пройти не сможем. Ну, давайте методом тыка пока проверим, побегаем. У нас же свободное время. Да, у нас сейчас питание. Давайте пробежимся. Так, собаки все вынюхивают. Я, кстати, не посмотрел. Заборы. Заборы везде стоят. Даже переходные заборы есть. Это там что? Не знаю, что вот это за помещение. А, здесь генераторы стоят. Они все под вышками, но все как надо. Я понял. Пока выглядит сурово. Выглядит сурово. Так, здрасте. Сюда зайти мне можно? Сюда зайти мне можно. Так, здесь двор. Это вся хрень. Сюда проход открыт. Seriously? Так, УДО все открыто. Неплохо, окей. Воду мы, конечно, ничего слямзить не можем, я так понимаю. Да, мы ничего здесь слямзить не можем. Но всякие поджоги и всякую хрень мы здесь провернем обязательно. Так, прачечная. Прачечная почему-то закрыта красной зоной. Странно. Странно, подозрительно и непонятно. Хорошо, давайте в столовку зайдем. Там все-таки сейчас все жрут. Нам нужно кого-то запасного. А, нам же нужно хотя бы первые очки набить. Чтобы было, собственно, если что, за кого переигрывать. Если мы своего парнишку доконаем до смерти. Так, вооруженный здесь ходит. Двое вооруженных, двое обычных. Холосо. Так, здесь тоже куча охраны, камеры. Зачем по три камеры, я не знаю. Как-то овер до хрена, мне кажется. Так, здесь есть. Меня интересует вот эта территория. Мы здесь тоже свободно можем передвигаться. Ууу, мед, медотсек. Ух ты ж моя булочка. Здесь мы можем натворить дел, кстати. Натворить дел, а здесь у нас... Мы же можем здесь пройти, да? Да, мы можем здесь пройти. Можем здесь пройти, но при этом здесь ничего нет. То есть здесь нет такой халявы, как стереть зажигалочки и так далее и тому подобное. Так, пропустите меня, пропустите. Пропустите, жиробасики. Комната для свиданий абсолютно пустая. Дальше нас никто не пустит. Я понял, то есть зажигалочки нам недоступны по итогу. Но такая не самая приятная новость. Хотелось бы, конечно, поджоги поделать, но, видимо, не судьба. И, собственно, мастерской я здесь не увидел. Сейчас еще раз проверим. Так, там стоит у нас эта приемная. Тут то морг. Не, вот морг. А это что такое тогда? Так, мне как-то в край отойти. Так, ладно, здесь непонятно тоже. Это у нас, по-моему, комната охраны. Это огромная комната охраны. Тут, видимо, какой-то очень суровый блок, раз стоит куча этих... А как они, вышек со снайперами. А где оружейная? Я оружейную не вижу. Оружейную не вижу. Может, это и есть оружейная? Нет, это класс вообще.
Комната персонала, псарня, склад, кладовка. Вот это что у нас? А вот и оружейные. Вот, собственно, оружейные. То есть доступа к оружию, к зажигалкам у нас нет. Но вручную мы будем дико долго выбивать их всех, серьезно. Вручную это все будет очень долго происходить. Так, хорошо, здесь понятно. Здесь у нас приемная, здесь... да, проблематично, довольно проблематично. Даже исходя из бунтов, мы все равно не сможем особо удобно вырулить. Особо удобно вырулить. Здесь, допустим, все перебьем, здесь перебьем. Медиков не трогаем, они нас лечат, тоже не прокатит. Но ничего, сначала тогда мы должны хотя бы первые очки какие-то набить, для того, чтобы, собственно, могли завербовать первого парнишку, который у нас будет как запасной. А вторым, собственно, парнем мы будем устраивать дестрой. Пошел нахер, пес. Спокуха. В итоге мы только одно очко набили. Это плохо. Избежать наказания. Так, отхильте меня. Здесь никто не бродит. Вооруженный бродит. Так, он сразу стреляет. Он сразу ведет огонь. Слушайте. А это напряженочка. Тогда забежим сейчас в столовую. Так, выпустите меня. Сейчас в столовую тогда столы побьем. Нам главное поднять наш... собственно, смертоносность. Все-все-все по порядочку надо будет поднять. Так, здесь тоже патрули ходят, да, я так понимаю? Да, здесь тоже патрули ходят. Ну, массивно. Массивно выглядит. Реально защищенной тюрьмой. Реально напоминает защищенную тюрьму. Ох, сколько здесь народу. Мы здесь бунт просто можем устраивать, по сути. Так, здесь же вооруженные тоже, надо об этом не забывать. Так, а ну-ка пробуем. Пошел нахрен своим шокером. Да что ж ты будешь делать? Ты хотя что, одно очко выбить? Мы не можем выбить больше одного очка. Это напряжно, это напряжно. Так, парнишка, ты здесь? Поехали, лупим. О, два очка есть. Так, тихо, ты тут не кипиши давай, пожалуйста. Не выпендривайся, говорю. Так, он меня сейчас еще валит, будет вообще найс. Мне парашу надо разбить, парень. Понимаешь, парашу надо разбить. Ты можешь отвалить от меня? Вот же чмошник, а. Все, тихо. Вооруженный шокером пришел, кстати. Че он с ним сделал? Че это был за звук? Непонятный такой. Непонятненький. Так, парень, ты, кстати, битый, поэтому не выпендривайся, будь добр. Так, сейчас мы еще бонусных очков набьем. Да свали ты отсюда, мне надо душевую разбить. Да свали, говорю. Твою мать, ублюдок, ну. Всю жизнь мне портишь, ну. Да не ты мне нужен. Ага, боже, лупим туалет. Лупим туалетец. Так, сейчас мне как прилетит через это. О, молодец. Да свали ты от меня. Во, пошли. Так, мы еще в плюс одном очке. Так, лупи, не стесняйся. Все, рубанули меня. Так, плюс 2 очка. Поехали. Смертоносность есть. Я бы еще сильного сразу добавил. Так, идите нафиг. Что вы здесь стали? Так, охраны нет? Охраны нет. Все, все валят. Отлично. Круши, ломай, круши, ломай, круши, ломай. Ап, мимо. На в лицо, на в лицо, на в лицо. Больно бьешься, сволочь. Стоямба. Да, ребята, мы здесь надолго. Мы здесь явно надолго. Здесь так просто вырваться не выйдет. Как мы привыкли, давайте в самую дальнюю уйдем. Так, парень, я здесь поломать пришел. Ты не это, не подумай, что я к тебе. Ты меня не интересуешь как цель. Так, есть 3 очка. Ты по душевой бить будешь? Так, поехали сразу следующую. Воу-воу-воу-воу-воу. Это было, кстати, очень близко. Ну ладно. Смертоносный удар таки прошел. Таки прошел. Так, давайте повышаем. Повышаем опытного бойца. И становимся немножко крепеньким. Давайте кого-то все-таки. Нас другую эту пересели, да? Другой режим. Ёк-макарёк. Допрыгался, называется. Ладно, лупим кроссом, набиваем очки дальше. Все-все-все-все-все. Спокуха, пес. Пес, сейчас сдаюсь, тихо. 60 минут. Кстати, наказание это мелкие. Наказание это мелкие. Так, нам нужен кто-то из обычного режима. Давай, парнишка, ты мне надо. Все, будь со мной, если что. Я могу охрести, но ты потом за меня отомстишь, я надеюсь. Так, все, попытай. Свободен, уходи от меня, ты что? Давайте влупим его. Блин, опять мы выбили оружие, но не успел удобрать, ладно. Так, избежать наказания. Главное, чтобы меня в тот режим не пересадили, в самый дальний. В сракотан, так сказать. Там все будет хорошо.
Так, я пока пойду еще поломаю, вы же не против. Так, здесь довольно длинные эти блоки, это хорошо. Давай, параша минус, этот минус. Есть. Парашу тоже минусуем. Есть. Собака уже летит, собака, держи в щи. Все, спокойно, 7 очков. Уже получил. Я забыл, что мы еще этим альмандом можем подебоширить. Автосейв, окей, я понял. Главное, чтобы мы входили в плюс. Тогда все будет замечательно. Держи в лицо, держи в лицо. Держи, держи, стоп. Да, мы выходим уже в плюс, это замечательно. Альманд, ты там чем занят? Ты должен только ломать предметы. Ни в коем случае не ломай лица, иначе быть беде. Так, промазал. Молодец, я понял, Альманд. Ты в этом деле профи. Так, здесь еще песичи бродят. Он будет вести по нам огонь? Он будет вести по нам огонь? Он реально оружие держит? Слушайте. Дело пахнет керосином. Дело пахнет керосином. Так, тебя тоже надо поднимать. Так, ладно, давайте сначала чепела поднимем. Чепел, так, мега смертоносность. Подстрекатель немножечко. Так, выдержать удар шокером. Вот это полезно вообще-то. Или разоружить, либо разоружить, либо крепкий, либо разоружить, либо крепкий. Давай крепкий. Поехали. Открывайте двери. Открывайте дверки. Так, у нас здесь открытые два блока, здесь песич. Блин, я песич навалял вообще, чтобы он мне не мешал. Так, в плюс вошли. Песич, держи в лицо, держи в лицо. И ты держи в лицо. Так, сойдет. Два в плюс вышли. Вот этого надо сделать вообще профессиональным подстрекателем. Он у нас будет ходить по столовой, намахивать обычных ребят, собственно, и тем самым бесить всех. Окей, пусть будет так. Пусть будет так. Так, ты оружейника не трогай, он тебя сразу сложит. Так, а вот нам бы вот этим... Вон оружейник. Так, пошли. Попробуем оружейника хапануть. Дать ему в щи. Вот таким вот образом. Держи, не ожидал, падла. Ключи ныкаем. Давайте. Кто на новенького? Пошел нахер, пошел нахер. Пошел нахер. Иди нахер своим шокером, мразь. Давайте, я вам в щи надаю. Не ожидали, подлюки? Так, это ныкаем сюда. Дробаш, я не знаю, он будет ли заряжен в следующий раз. Тихо-тихо-тихо, песич. Минус песич, минус песич. Тихо-тихо-тихо, я тебя понял. 46 очков, вот это я понимаю, повеселились. Выбили оружие у оружейника. Я надеюсь, меня сейчас другой этот не пересадит. Так, ты у нас будешь подстрекалой. Подстрекалой, который будет крепеньким. Крепеньким парнишкой, когда у нас там еда? А, еда уже не будет, уже сон только, по-моему. Да, ну твоя задача ломать. Твоя задача ломать. Ой, там оружие какое-то. Давай, ломай. Давайся. Все, молодец. Насколько на 35 часов-то вы посадили? 35 часов. Как дела? Режим не переводит? Так, комнату на шучек. В смысле под... А, боже, мне показалось подкоп. Думаю, в смысле? У меня же подкопа не было. Так, этого на сон направили. Чекают, чекают. Ну давай, дочекайте комнату. Валите нахер отсюда. Да, все, все, я в комнате. Никуда не ухожу. Ха-ха, поверили, дурашки. Хрена себе, вы может еще 10 шокеров меня пульнете? Двоих охранников служил? А, охранника и собаку. Окей. Так, ты... я не знаю просто, что нам нужно сделать, чтобы нас перевели на сверхстрогий этот режим. Ты у нас крепенький, кстати. Ты у нас крепенький, давай сейчас смертоносным будешь немножко. Так, оружейник. Я не знаю, правда, он будет по тебе стрелять или нет? Я сдаюсь. Я только ломаю. Я больше ничего плохого не делаю. Честно-честно. Мы не можем еще и на сон уйти, вот в чем дело. Потому что у нас один в одной категории находится, другой в другой. Так, что, дверь не починили? Так, тихо-тихо, рисковать пока не буду. Не трогай меня, уйди от меня, мразь, фу. Фу, говорю, нельзя. Нельзя, сейчас дубинку возьму по сраке тебе надую, фу, говорю. Стремится таки меня в камеру уволокти к чертям собачьим. Так, а если я дробаш возьму, он заряжен или нет? Он не заряжен, я вас понял. На, в лицо. На, где дубинка? На, дубинкой в лицо. На, собака, умирай. Нам нужны очки. Ничего личного, просто очки. Стоять, мразь. Хотел уйти, а? Подонок. Так, у тебя шокер есть? Это по мне хасят или нет? Скотина, я же должен был пережить этот выстрел. Ладно. Так, у тебя задача немножко дебильная, тебе надо выбивать двери.
Вообще, им я хочу не это, не воевать особо с охраной. Ух, твою мать, не воевать с охраной. Я вас понял. Я вас понял. Блин, мы сон никак не можем пропустить. Нет, надо его все-таки вывести на особый дебош. Вот, вот так, прячь, раз. Бери сокер. Та-та-тарам, там-тарам, там-тарам. А собаку вырубить могу? Нет, собаку, походу, вырубить не могу. Так, меня рубанули, ну. Я заказал сопротивление, все дела. Убил одного вашего мента, вообще-то. Нет, не плевать. Где винтовка? Винтовку дайте мне. Пошли нахер, пошли нахер, пошли нахер, пошли нахер. Вот сейчас меня точно переведут в другой режим. Да ну как так можно было промазать, ну серьезно. Как ее выкинуть? Выкинь ее к чертям собачьим. Так, давай, шифтись, шифтись. Шифтись, шифтись, оп. Нет, 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 какое нахрен залипание клавиш, иди в сраку. Тихо. Песич, на. На, понятно. Не прошел. Все, 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 все. Переводите меня в новый режим. Переводите в новый режим, говорю. Что же вы за люди-то такие, ну? Не перевели до сих пор, я столько охраны перевалил. Они все никак не могут допетриться, у меня надо в новый режим переводить. Дубинку ко мне, сюда перекинем пока. Песич, иди нахрен. Минус песич. Ладно, давайте дубинку заюзаем. Да заюзай ты ее. Ясно, бесполезно. Ныкай, ныкай, завайся. Все нормально. Дробь прилетела в грудак. Серьезно, до сих пор не перевели в другой режим? Да вы издеваетесь. Давайте, выносите трупы. Я по чуть-чуть вас буду искоренять. Так, у тебя нет заряженного. Ха-ха-ха. В смысле, я его 3 раза ударил, ему как-то вообще хоть бы хны. Пошел нахрен. Песич, умирай. О, с дробашами идут, тихо. Все нормально. Да переведете вы меня или нет? Я нанес вреда в раз 5, наверное, больше, чем нанес чепл, но при этом меня не переводят в другой режим. Что-то здесь не так. Хрена себе, дверь вынес. Давай, стрейфуемся, стрейфуемся, стрейфуемся. Да твою мать, что за залипание клавиш-то включается, ну? Пошел нахрен. Ха, мимо, лошара. Минус песич. Пошел нахрен. Пошел нахрен, говорю. Отстанет меня. Вооруженный идет, вооруженных пока нет. Нормально. До свидания. О, все, перевели в другой режим. Другой режим сверхсрочный, либо нет. Сверх этот, опасный, либо нет, сейчас узнаем. Так, здесь выламываемся к чертям пока. Так, вооруженный к нам идет, по-моему. Двое вооруженных, я вас понял. И избежать наказания. Но за ночь мы не кислачком набили, я вам скажу так. Оп, можно выйти. Ха-ха. Ха-ха. Так, погнали дальше. Там-дарам-дам, там-дарам. Вооруженному надо дать в щи сразу же. Оп, есть. Раз, два. Нет, я ж так хорошо прошел, ну. Обидно. Все-таки теперь дико интересно, в какой момент меня переселят аж вот в те блоки неприятные. Откуда, в общем, вылезти, как я понял, нереально. Вот-вот-вот туда, короче. Прям в сраку. Так, хорошо, ставим. Что тебе не хватает? С каждым становится сильнее. Так, ты будешь бойцом-бойцом. Ты у нас про-подстрекатель. Давайте всем скорость докинем. Сильный. Все, у нас 2 профессионала своего дела, можно сказать. 2 профи. Даже могут сокер переживать без проблем. Так, ломай. На, мимо. Ключики сныкал. Где дубина? Где дубина твоя? Дубина у меня в руках. Тихо. На, 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 на. Минус. Минус, бич. Минус, минус. Тихо, не попадешь. Лошара. Минус. Вот, это неплохо мы разыгрались. Нормик. Тонна новенького. Ха, мимо. Не ожидал, падла. Дубинку прячем. Тихо, 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 оружённый идет, тихо, 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 ключи прячем, сдаемся. Все окей. Все окей, надебошили как надо. Вырывайся. Я тебе сейчас стрельну, мразь. Фу, живой. Фу-ху-ху-ху. Мы помним, что перк последний, который мы берем, этот крепкость, или как он там называется, я забыл. Он нам дает реально нехилую выживалость. Выживаемость, вот. Держи в лицо. Держи в лицо. Так, дай мне его добить, подожди. Спасибо. Дает нехилую выживаемость. Мы можем переживать выстрелы вообще на изи. Ну, не всегда, конечно, но тем не менее. Да ты умрешь или нет, ну? Ты же уставший, ты должен был уже откинуться. До свидания, добей его. Добей, 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 еще одна плюха. Еще одна. Хорош, бонусы. Ну, поехали. Кто на новый? О-о-о, это ты вовремя. Это ты вовремя. О, плюс бонус очей. Так, да-да-да-да, стрелок, иди нахрен. Давайте заходим сюда. Мы постараемся. Тихо, заныкайся за стенку. Первого вооруженного надо класть. Фух, чуть не убили. Это было близко. Это было близко, дело пахло керосинкой. Держи в лицо.
Держи, держи, держи. Оружейник идет. Оружейник не дошел. Все, найс. Фу. Так, ну группа у нас уже сформирована. Неплохая, сон мы теперь можем пропустить. Ей! Так, берем одного из них. Давайте, под замком прекращайте. Давайте, переждем под замком. Нам нужно вывестись в столовую и устроить там бунт. Бунт просто дичайший. Тем самым перевалить как можно больше охраны. Чем больше охраны мы переваливаем, как я понял, то все эти охранники, рабочие и так далее, они иссякаемы. То есть их если перебивать, то их со временем будет все меньше, меньше и меньше. Давайте, 7 часов, двор, поехали. Так, малый, ты за мной не ходи. Так, а здесь вообще никак его не обойти, да? Да, вообще никак не обойти. Это обидно, так, кто-то мигнул, черни я. Так, во дворе делать какие-либо дебоши опасно. Вот здесь реально, сделать дебош. Здесь сколько, 6 человек выходит? А здесь их овер до хрена просто. Хотя, в принципе, чем черт не сути, да? Давай, щи, да не убить его надо бы, да не убивай ты их. В смысле, это меня так дробью засадили? Так, парень, ты далеко не уходи. Ты здесь тоже дебош. О, здесь, кстати, эти сверхопасные ребятки есть. Вот они-то там и нужны. Они нам тут и нужны. Держи в лицо. Держи в лицо. В смысле убили? С чего? Тут что, снайпер был? Подождите, я не понял. Щутку юмора не понял. Быстренько пробегись. Давай сюда, 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 сюда. Какого хрена ты в наручниках уже? Что ты сделал такое? Стоп. А, тут три снайпера стоят. Ясно, тогда дебош будем делать в столовой. Тогда дебош только в столовой. Жаль, конечно. Так, давай, выводи меня быстрее. Куда ты меня вообще... Под замок? Нет, я же не нахожусь под замком, правильно? Куда ты меня тащишь, дебила кусок? Отпусти меня, ушлепок. Пошел нахер от меня. Больной ублюдок. Так, нам нужно завербовать кого-то на всякий пожарный. Так, парень, ты уже мертв. Прости. Прости, прощай. Ты меня интересуешь, парнишка. Ты член банды. Так, поехали. Ух, так, сейчас все затащатся. Все, все затащились. Можем начинать дебош. Только надо как-то сверхаккуратно его делать. Поехал. 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 Сейчас возбудим тут пати все. Чего вы между собой не меситесь, да? Я ж подстрекал еще то. О! Пошло. Пошел бунт. Так, ты на меня не иди, даже не думай. Даже не думай, мразь. Реально на меня идешь, что ли? Твою мать! Я сдаюсь. Бунт продолжается. Где Харник? Харник, продолжай бунт. Бей всем в щи. Бей всем в щи, не жалей здоровья. Охраннику тоже в щи можете надавать. Давай, все. В смысле бунт прекратил? Стоп, сдавайся, Хары. Все окей. И все, бунт прекратился. Что ж вы слабаки-то такие? Я тут такую сцену раззадоривал, чтобы вы вот это слились. Куда? Хорника посадили в этот блок, или нет? Нет, а почему он здесь сверху? В смысле, Лола, нахрена-то тот блок снизу? Для кого он вообще предназначен? Этот точно так же будет попадать сюда и сюда. Я понял. Я вас понял. Не знаю, за что Хорнику это все дали, но... Тем не менее. Так, вложились немножко в него. Немножко вложились. Вот бы здесь дебош устроил, вот здесь бы был прям замес. Так, пацаны, давайте. В лицо лови. Давайте, давайте, давайте. Экшен, экшен доводим. Экшен, говорю. Нет! И те все успокаиваются. Я вот этого не понимаю. Я вроде навожу дебоса, он берет и успокаивается. Ну, что же это за мазафака-то такая? Давай, заходи сюда. Кто на новенького вооруженный? Тихо. Тихо, тихо, тихо. Придется, наверное, толпой накидываться. Придется тогда делать толпу. Что, у нас двор сейчас? Ну, так что вы меня не упускаете? Работа под замком. Так я ж работяга, вы что, не знаете? Ну, все. Так, стоп, 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 пауза. Парень, ты мне нужен. Стой. Стой, 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 стой. Есть, свободен пока. А что так дешево? 4 очка всего лишь. Давайте. 8 очков. О, так мы сейчас наберем пати. Так, все пока свободны. Мне говорили по нику классить. Да, вот по нику мы можем призывать отдельно. Так, еще кто-то сидит в камере. Так, ты битый, ты меня не... О, во-во-во-во-во. Все, пати хард. Еще вас всех сейчас надо прокачать каким-то образом. Так, все собрались. Все собрались, говорю. Брэп. Погнали. Так, во дворе мы ничего тусить не будем, ничего делать там не будем. Вот здесь бы нам как-то затусить так хорошенько. Навалять им всем. Можем вообще ворваться, только медленно это как надо сделать. Вот так, медленно врываемся сюда и начинаем дебош. Ломайте все в округе.
Ломайте повару, кстати, глушить можете, если что. Ой, я своего ударил, походу. Так, оружейник, тихо, аккуратно, аккуратно. Оружейника вырубать надо, вырубать его надо. Оружие где? Оружие где? Оружие твою мать! Так, один мертв, всех остальных поймали за сраку. Избежать наказания. Сурово, сурово, серьезно. Пока мы не соберем, наверное, полную... Да ладно, четверых сюда перевели уже. Не кисло. Так, охранник, ты же понимаешь, что тебе срака? Тебе срака, миленький. А, мы же не прокачаны, я забыл, да. Мы же немножко не прокачаны. Так, сдаемся пока. Избежать наказания. Нам нужен наш вот этот чопель. Ты вообще что в этой зоне забыл, ублюдок? Чё оттуда припёрся, не ясно. Так, наш чопель должен устраивать основные массовочки. Вот он должен просто вырубать огнестрельщика, забирать ружбайку и разваливать тут кабины всем. Давай, ты там занимайся дверями. Воу, сразу выхватил оружие, мощно. Подходи, мразь. Не ждал такого, я тебе с кулака добью, окей? Всегда спасибо. Пошел нахер, пес. Оп, стрейфанули, а как? Чётенько. Ай-яй-яй, нет ничего. Держи в лицо, держи. Все, вырубили меня, 11 очков. Ну, блин, нам на каждого надо сколько? По 40 очков, по-моему. Ох, сейчас, где там у вас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Даже не по 40. 6 плюс, собственно, 30. А, ну да, почти 40. Все тогда правильно выходит. Где ты, Чапель? Ты должен опять замес устраивать. Жаль, жаль, что у нас нет доступа в оружейную, конечно. Но мы и так, в принципе, можем подебушить. Эй, открывайся. Бич. Бич, открывай мне, давай, спасибо. У вас здесь оружейник ходит? Есть оружейник. Наша цель оружейник. Та-та-та-та. Опа. Не ожидал, пес. Иди сюда. Я тебя сейчас вырублю. На. На. И рукой тебя добью. На тебе в щи. Где дубинка? Давай дубинку. Кто на новенького? Давайте. Кто на меня или зассал? Или зассал? Так, я вас жду в комнате. Я вас жду в комнате. Давайте. Пошел нахрен. Пошел нахрен. Пошел нахрен. Пошел нахрен. Пошел нахрен. На тебе дубины в щи. Все, 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 пытался меня вырубить, но не вышло, ну прекращай. Оружейник, тихо. Было близко. Сколько? На одного насобирали сразу. Полный апдейт одного чела. Найс. А его до сих пор не пересаживают в красный режим. Почему бы нет, да? Так, здесь что? Здесь оружейника нет. Неплохо. Ты что сюда идешь? Мне оружейник нужен. Где вооруженный поцик? Или все, я вам всех вооруженных повыбивал. Так же неинтересно. Сюда пропустите меня. Спасибо. Вооруженный здесь есть? Да ладно, мы что, всех вооруженных поубивали? Что ж ты будешь делать, а? В смысле я в кандалах? В смысле, я ж просто проходил мимо. Твою же мать, ну. Доволен? Ну, помацали, обыскали меня. Ну, а снять кандалы, не? За что? За что мне дали 2 часа? Ты чё, мразь, куда ты меня тащишь вообще? Куда он меня тащит? Там у них где-то в сраке карцеры, что ли? Походу таки да. Боже, вот здесь пройти нереально. Что вы здесь вообще? Там по ком-то гасит, слушайте. Я тут экшен пропускаю весь. Куда вы меня тащите, ублюдки? А ну-ка, сейчас увидим, хоть где карцеры. Брп. Ну? А-а-а, вот куда они тащат. Там карцеры находятся. Зачем такая защита карцерам? Непонятно, ну ладно. Пока непонятно. Они же там вроде все в кандалах сидят. Еще и в закрытой зоне, лол. А как вообще в закрытой зоне можно сидеть в карцере? Ладно, упустим этот нюанс. Так, Хорник, ты у нас же прокачанный тоже паря. Ты у нас не такой, не абы что. Ты у нас, да, прокачанный. Так, убираем. Давай, наводи дебош. Навел дебош один, я понял. А зачем мне нажал сбежать? Не надо было сбегать, ладно. Так, поехали, следующий. Так, ты у нас свободен. Давай, давай в щи, раз. Давай в щи, два. Зачем я пробел нажал? Ладно, упустим. Воу-воу-воу, подождите, репутация. Так, хорошо, закрываем репутацию. Нам нужно дать вот этому в щи. Давай в щи, хоть хрен полощи, молодец. Давай, заваливайтесь ко мне. Твою мать, я даже выстрелить не успел. Ну нельзя ж так из-за стенки шокером-то стрелять, мразь, ну. Так, открывайте дверь. Открывайте, а то я этого тоже дебоширом сделаю. Вам срака будет потом. Учитывайте, я предупредил. На, на, на. Он пока не готов. Он сейчас окрепнет, а потом вам наваляет. Учтите. Просто учтите. Так, Чаплик. О, Чаплик, тебя здесь снайперы захасят в один момент просто.
Снайперы заходят, хотя попробуй. И линяй. Линяй, чаплик. Там в меня сразу дробь полетела. Не кисло, не кисло. Так, вы выйти не можете, да? Вы под замком. Нет, вы свободны. Отпускай меня. Бичара, отпускай. Спасибо. Так, давайте, где... А, мы сюда зайти теперь не можем. Я вас понял. Я вас понял. Давайте тогда попробуем внедриться в столовку. Попробуем внедриться в столовку. Кстати, а что у нас в разыкаловке? Здесь охрана до хрена, да? Я понял. Так, столовка. Здрасте. Здесь один оружейник, да? Давайте его рубанем. Не умер, кстати. Выжил. Молодец. Открывай. Открывай, печеныш. Я что, здесь зря стою? А здесь оружейника нет, кстати? Не пришел новый? Не пришел. Жаль. Жаль, жаль, жаль. Мне б не помешал еще один дебош некислый. Воп, стоп. Ты меня заинтриговал. Держи в лицо. Дробаш, где? Дробаш, дробаш, бери, твою мать. Ну, у тебя же должен быть резист от этого дерьма. Как ты от него не спасся, ну? Так, кто? Ты прокачанный еще, да? Давай, тобой еще повеселимся немножко. Держи в лицо. Держи. Давай дубину. Держи дважды в лицо. Сочно, да? Сочно получаешь в личико. Нахрен ты дверь открыл, дебила кусок. Так, шокером сейчас кого-то пульну. Ха-ха, лошара. Тихо, дробаш, дробаш, успокойся. Братишка. Постой, паровоз. Воп, за дробаш тебе благодарочка. Держи. Держи. Чё ж он так косорылит-то, а? Все, патрончики кончились. Бип-бип-бип. Прячем дробаш. Сдаюсь. Все хорошо. Как будто бы ничего и не было. На, в лицо. Стой, не уходи, парнишка. Я ж тебя добить должен. Так, сейчас оружейник мне в харю как стрельнет. Чи-чи-чи-чи, дорогой. Прощай, паровоз. Ты... А стоп, еще кого-то убили? В смысле? У нас же было 6 человек. Окей. Я вас понял. Но зато у нас 4 прокачанных теперь, так и быть. Выносим из всего плюсы. Стараемся, во всяком случае. Так, мы сейчас должны быть под замком, поэтому за нами и бегут, да? Ну, беги, 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 беги. На, в лицо. Все, перевели меня тоже в красный режим. Фух, это будет потная катка, я вам скажу. Это будет реально потная катка. Давайте как-то немножечко под конец порассуждаем. Из того, что я вынес, мы отсюда не сбежим. Даже если мы каким-то раком умудримся прорыть тот же тоннель, хотя не знаю, чем его будем рыть, потому что мы ничего вынести ниоткуда не сможем. У нас нет места просто, откуда можно вынести какие-либо предметы. Вот. Мы можем устраивать дебош, мы можем всякую хрень мутить, но это в принципе ни к чему не приведет. Мы не сможем собрать такую огромную ораву, которая, я не знаю, с помощью чего, да, с помощью рук смогла переместить такое огромное количество охраны. Даже если. Мы сможем, в общем, затащить, только если использовать теорию уничтожения всего персонала. То есть, если уничтожить весь персонал, и тем самым, чтобы здесь уже толком никого не было, либо все были битые в кассу, тогда да. Тогда есть у нас вариант, конечно, затащить. А так, я вариантов не вижу вообще. Абсолютно не вижу. Здесь большая проблема со двором. Во дворе стоит 3 вышки. 3 вышки — это уже смерть. Здесь стоит хреново туча вышек. Здесь стоит это 1, 2, 3, 4, 5. И тут еще одна. Тут еще 2 должны быть. Или еще одна. Хотя нет, вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 вышек для того, чтобы их нужно обойти, для того, чтобы пройти, собственно, хотя бы вот сюда. Тоже та еще проблемка. У нас есть только вариант, я не знаю, каким образом, реально, выкопать тоннель и прорыть вот сюда. Я не знаю, сколько лет это рыть надо. Вот, прорыть в эту сторону и пролезть, собственно, на выход. Но опять же таки, я не знаю, как у нас будут работать вот эти стены мегабетонные. Сможем ли мы их пройти? Вот, а так, ребятки, я, конечно, с удовольствием выслушаю ваши предложения в комментариях, потому что я пока в небольшой растерянности. После той тюрьмы, которая мне казалась тяжелой, она оказалась вообще лафовая, вот это действительно тяжбинка, тяжбинка та еще. Самая печаль в том, что стоят металлодетекторы правильно. Металлодетекторы стоят правильно. Правда, в медпункте мы можем тырить яд, шприцы, но это же бесполезная вещь абсолютно. Абсолютно бесполезная вещица. Тут ничего у нас нет, тут ничего. Вот здесь у нас ложки, вилки, ножи. Здесь ничего, здесь ничего. В камерах ничего. Дальше мы никуда пройти спокойно не сможем. В общем, ребятки, да. Жду от вас предложения. А пока мы с вами сделаем небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте ставить лайк. Если же это видео понравилось, не забудьте подписаться на канал. А мы встретимся с вами в следующем эпизоде. Удачи!